«Проходи, Василиса. Я так рада, что ты меня не забываешь. Люблю, когда ты приходишь со мной поговорить. Спасибо твоей маме, что отпускает. А то скажет, чего ты к этой бабке ходишь, о чем с ней можно говорить. Да что вы, Майя Александровна, мама очень рада, что мы вас не забываем и навещаем. Вы же наша первая учительница, и с детства учили нас добру, состраданию и милосердию». «Значит, хорошо учила», — улыбнулась пожилая женщина. «А мне так с вами интересно болтать, вы так много знаете. В школе много лет преподавали, много историй знаете, песен, а еще у вас такой вкусный чай и пирожки с капустой». «Ах ты, хитруля моя!» – засмеялась старая учительница. «Ну проходи, сейчас чайку тебе налью. О чем сегодня толковать будем?» «Майя Александровна, а расскажите мне про своего мужа. Мама говорила, что вы когда-то были замужем, но сколько я вас помню, вы всегда одна». «Про мужа? А не рановато тебе на такие темы беседовать?» «Да что вы, это же про семью, самую что ни на есть важную тему на земле», – оправдывалась Василиса. «Вот тут ты права, ну хорошо, расскажу тебе интересную историю своей жизни». «Давно это было, сразу после окончания гражданской войны. Молодая я была и красивая. Женихов вокруг меня кружило очень много, но я замуж не торопилась, выбирала. А вернее, ждала того самого единственного. И вот пошла я один раз в соседнее село, к маминой сестре с гостинцами. Любила я ходить к своей тетушке, вот прямо как ты ко мне», и учительница погладила Василису по голове. Мудрая она была женщина, поговорить с ней было интересно и совета спросить, всегда поможет и объяснит. Опять же всех кавалеров моих насквозь видела. И вот иду я в гости в соседнее село, дорога туда ведет красивая, по лесу да мимо реки. Иду не спеша, природой любуюсь, запахами лесными наслаждаюсь, и тут вдруг вижу, человек лежит на дороге. Что с ним случилось? Подбежала я к нему поближе, посмотрела, а он без сознания. Я бегом к тетке, благо до ее деревни уже недалеко оставалось. Нашла там соседа с телегой и лошадью. Вернулись мы в лес, погрузили молодого человека и отвезли в село. Там он очнулся, и выяснилось, что он ехал на лошади в наше село. Лошадь понесла и сбросила хозяина. Он упал на землю, ударился головой и отключился. Хорошо, что дорога через лес грунтовая. Удар был не сильный, и парень совсем скоро вернулся к нормальной жизни. Местный фельдшер осмотрел молодого человека и заключил, что у него небольшое сотрясение мозга. Я стала ухаживать за Василием, пока он не поправился. Жил он один в небольшом домике у реки, родных у него не было, и вскоре мы обвенчались. Я переехала к нему в дом, и мы стали жить семьей. «Так вы, оказывается, родом не из нашей деревни, а из соседней, той, что за лесом?» – спросила Василиса. «Да, девочка, совершенно верно, вся моя родня там живет». «Так вот, любила я его, девочка, всем сердцем. И всегда удивлялась, что так странно судьба нас свела». «Ну шутка ли, на дороге себе мужа нашла», – засмеялась старая учительница. «А что же было дальше? Мне прямо не терпится узнать». Ёрзала на стуле Василиса. «Шли годы, вот уже 5 лет, как мы обвенчались, а детишек у нас все не было. Василий смиренно это принимал, считал, что когда Бог даст, тогда и родим. Он вообще был очень верующим человеком, хотя в те годы это приходилось скрывать. А я, конечно, расстраивалась, но куда было деваться? Я верила, что когда-нибудь небеса пошлют нам ребеночка. В то время я уже работала учительницей в школе, а Василий был лесником. Вот уже несколько лет все окрестные леса были под его присмотром. Он очень много времени проводил там, на своей дальней заимке. Времена тогда были голодные, все выживали как могли. Лес кормил многих, рыбалка, охота, грибы, ягоды и даже шишки собирали, орехи кедровые заготавливали. Вот и я отправилась на все лето с мужем на заготовки.
Он ловил рыбу, а потом мы ее коптили, вялили и засаливали на зиму в небольших бочках. Дичь заготавливали, собирали ягоды, грибы сушили, а потом зимой добавляли их в кашу для аромата. Рядом с избушкой лесной небольшой огородик разбили, даже картошку там посадили, подальше от людских глаз, чтобы не выкопал никто. В общем, работы было много. Нужно было как-то предстоящую зиму пережить, а нам было так хорошо в избушке вдвоем. Приближалась осень, ночи становились холодными. Вечером затопим печку и греемся у огня. Я читаю книгу, а Василий что-нибудь чинит, сапоги старые или валенки подбивает. Всегда делом был занят, просто так не сидел. Как-то вечером, поздно уже было, послышалось в дверь легкое поскребывание. Мы оба встрепенулись. Что это? Похоже было, как будто кошка в дверь скребется. Василий вышел на крыльцо, а там темень, хоть глаз выколи, ничего не видно. Стали прислушиваться, но звуки больше не повторялись. Так и спать легли, а утром кто-то в дверь снаружи скребется. Вышел Василий на крыльцо, огляделся. Прямо перед ним лесная кошка сидит и прямо в глаза ему заглядывает. И главное, не боится ведь. Мужу показалось очень странным такое поведение дикого животного. Он ведь был охотником и знал, как рысь себя ведет при встрече с человеком. Тем временем рысь отбежала в сторону леса на несколько шагов и остановилась. Села, потом опять вернулась на прежнее место. Она как будто звала нас в лес. «Маечка, пошли за ней. Я чувствую, что это неспроста. Она так настойчиво от нас не отстает». Мы двинулись вслед за рысью, туда, куда она нас вела. Пройдя немного, между деревьями в кустах, мы заметили брошенную корзину. Рысь вела нас именно к ней. Она остановилась рядом с корзинкой и начала заглядывать внутрь, тыкаясь носом в ее содержимое. Уже подходя ближе, мы с мужем услышали, что из корзины доносится какой-то странный писк. В корзине лежали какие-то белые тряпки, похожие на пеленки. Она была довольно тяжелая. Я приподняла пеленку и вскрикнула. В корзине лежал младенец, мальчик. Наши самые страшные предположения оправдались. «Господи, вот куда она нас настойчиво звала», — сказал Василий. Быстро осмотрев младенца, мы поняли, что он вполне здоров и ему ничего не угрожает. Какая же гадина бросила в лесу свое дитя? Рысь все это время издалека наблюдала за происходящим и уходить явно не собиралась. Тут она вдруг опять засуетилась. Рысь опять настойчиво пыталась нам что-то показать и бежала дальше вглубь леса. Василий понял, что это еще не последняя находка на сегодня, и последовал за ней. Он уже понял, что ей надо доверять. Петляя по лесу еще несколько минут, мы заметили вдалеке какое-то белое пятно. Я с корзинкой в руке еле успевала за мужем. Он бежал, сломя голову за рысью, предчувствуя большую беду. Под деревом лежала молодая красивая женщина. Это, видимо, была мать младенца. Василий перевернул ее и увидел, что все ее платье залито кровью. Несколько ножевых ранений, большая потеря крови, пульс не прощупывался. Ее васильковые глаза неподвижно смотрели прямо в распахнутое над головой небо. Кто так жестоко убил это прекрасное создание, мы не знали. Времена тогда страшные были, лихие, убить могли даже за рубль в кармане, жизнь человеческая ничего не стоила. Похоронили мы с мужем мать младенца прямо под тем самым деревом и спешно вернулись в деревню с младенцем. Никому не сказали, откуда он, меня ведь в деревне 4 месяца не было. Да это мало кого волновало, люди были заняты собственными проблемами. Вот так мы стали с мужем родителями и очень благодарны за это судьбе. А потом мой Василий пропал без вести в последние дни войны. Я никогда не хотела еще раз выйти замуж, для меня он был единственным раз и навсегда. «А где же ваш сын сейчас?» – спросила Василиса.
Сын военный офицер, служит на подводной лодке, капитан. У него своя семья и дети, живет на Дальнем Востоке. Видимся мы, к сожалению, редко, но он часто мне пишет, не забывает мать». Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много всего интересного. Всего доброго!